Библиотека Луи-Нюссера, Франция. Библиотеки существуют для того, чтобы наполнять наши головы знаниями. К этой аксиоме отнеслись весьма буквально создатели здания библиотеки во французском городе Ницца. Там возвели сооружение, напоминающее человеческую голову. Внутри нее и расположен храм знаний. Открытая в 2002 году во французском городе Ницце, библиотека Луи-Нюссера состоит из двух корпусов. Тет-каре, или в переводе «квадратная голова», это административное здание библиотеки. В нем содержится управление и внутренние отделы. И, собственно, сама библиотека. Здание имеет более традиционный вид. Голова библиотека сразу же стала одним из символов знаменитого курорта. Она уже входит в список самых необычных зданий и является первой обитаемой скульптурой в мире. Названа библиотека в честь писателя 20 века Луи-Нюссера, жившего в Ницце. Возможно, прообразом здания послужила его голова, наполненная гениальными мыслями.